Представляю наши мультикоптеры в самой полной линейке, которые они были изготовлены за все время. Первое – это классический квадрокоптер. Любой, замечательного ряда любого начинающего. Может поднимать нагрузку до 500 грамм, летать с ней не меньше 15 минут. Очень удобный и практичный вариант. Гексакоптер – оптимальный вариант для подъема нагрузки до 700 грамм. Очень сбалансированная конструкция, легкая рама и подвес последней конструкции. Складывающийся гексакоптер. Мобильная конструкция позволяет легко трансформировать легкосъемные посадочные опоры и коаксиальная схема двигателей. Верхний пропеллер 12 на 4,5, нижний 10 на 4,5. Подобранная скорость вращения и нагрузка позволяет поднимать большой вес и одновременно длительным временем полета. Октокоптер классической компоновки представляет собой аппарат, который может поднимать нагрузку весом более 1 кг и летать с ней не меньше 10 минут. С батареей 5800 мАч. Представлен подвес, который сделан именно для камер Sony. Все оборудование от multicopter.ru. Печатные платы, контроллеры двигателей. Этот аппарат оборудован GPS и навигационным оборудованием от микрокоптер DE. Теперь демонстрирую полет каждого аппарата. Начнем, например, с гексакоптера. Квадрокоптер. Коптер.
таксокоптер. Представляю.